Представители Российского центра науки и культуры не раз выступали инициаторами большого количества культурных мероприятий, в приоритете те, которые объединяют наши народы. Именно поэтому в стенах учреждения был организован творческий рождественский вечер. Силами специалистов учреждения и руководства детского хора при Свято-Воскресенском соборе удалось создать в теплом и уютном зале по-настоящему домашнюю семейную атмосферу. Готовились мы долго, 2 месяца, потому что праздник Рождества – большой праздник. Важный, главный праздник в нашей жизни. Дети очень любят Рождество, рождественские колядки, сочельник, все, что связано с Рождеством, все им дорого. Они приходили исправно на все репетиции, они готовились усиленно, учили все слова, все каникулы были с нами. Вот. И сегодня для них, конечно, большое событие выступить и в Российском центре, и дальше у нас будут колядки продолжаться. В этом проекте ребята участвуют всегда с удовольствием, потому что они показывают свое творчество, показывают, на что они способны, очень заинтересованы, естественно, чтобы на них посмотрели и получили какой-то отклик на их занятия. Этот праздник стал еще одним мероприятием в рамках проекта «Живая книга» от Российского центра науки и культуры. Оно подарило каждому из его участников не только радость и тепло, но и пищу для размышления о жизни и ее главных ценностях. Наша богатая духовная культура получает свое развитие, творческое наполнение в рамках нашей студии «Живая книга». Дети получают здесь развитие личности и приобщаются к духовным ценностям. Рождество – это праздник, который любят одинаково и взрослые, и дети. Ведь это волшебное время, когда каждый из нас чувствует особую духовную связь с теми, кто нам по-настоящему дорог. Колядные песни, шутки, стихотворения сделали программу вечера разноплановой и интересной. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».